Нас, короче, откатило, машину нашу тоже откатило, поэтому мы вернулись немножко обратно, чтобы забрать нашу тачку, нашу ласточку. Ну да, она прекрасна. И, кстати, уже день, это да. Отлично. День, вот это просто восхитительно, потому что я уже заколебался играть ночью, ничего не видно, блин. Я думаю, надо поехать на аэропорт, в сейф-зону мне что-то перехотелось. Почему? Так посмотри, что там в ассортименте. В ассортименте? Только мне, знаешь, что мне нравится? Там зомби. Я не понимаю, как так в трейд-зоне зомби. Они бьют? Походу. А, да, они вроде бьют, но не бьют бессильно. Не причиняя вреда. Так, пока заходи в тачку. Да, это... Я пока посмотрю гир. Возможно, там есть, не знаю, там нормально. То же самое, канистры. В общем. Да, все то же самое. Что такое крага-чек? Карго-чек? Карго-чек, это... Salvage. Я его сохранил вроде. А, карго-чек, типа, проверить, что там внутри лежит. Как буксировать это, да? Попробуй залезть в нее, ты можешь? Конечно, могу. Только у нас задний этот. Так, да, вот могу. А вопрос, почему я ведь ее закрыл вроде как? Не, у тебя нет ключей, как ты можешь ее закрыть? Тебе нужно купить ключи на машину. Да? Да. Ты за рулем будешь? Не, давай ты поведешь, я люблю больше так, знаешь. А, ну окей. Да и к тому же вроде как за рулем кто-то едет, ты как смотришь, чуть-чуть машина подвисает, да? Да. Когда едет или нет? Да нет. Все, поехали. Я такой смотри, сзади сижу. Вот мне, знаешь, что хочется? На аэропорт заехать. Ну, вот, тебя что-то тянет на приключения, блин. На ласточку-то сохранить по-любому. Я боюсь, что в сейф-зоне кто-нибудь прибежит и сядет вовнутрь. Ну да, закрыть-то ее вообще никак. А ты можешь купить ключи? Пошли реально зайдем в сейф-зону, может, там что-нибудь продашь. А, что-то... Ключи... Купим ключи. Ну окей. Ой, WA DZ машина называется. Странно. Я сначала подумал, что какой-то чушь несешь. Но... Набор букв. Да. Блин, ну это прекрасная машина. Такая просторная, кстати, вообще. Это да. Мне она нравится вообще. Еще бы пулеметик реально сверху. Ну да. А если ты говорил то, что в Origin там можно модифицировать машины, вот я бы замодифицировать. Да, это да. Там вообще чисто апгрейды ставишь, это очень круто. А там пулеметы можешь ставить? Пулеметы, вот это я точно не знаю, но там какие-то типа обвесы, чисто обвесы крутые. Да, пластины, что там говорил. А? Ты говорил, там типа броневые пластины. Да, типа того вот. Приколюхи разные. Ну, это круто. Слушай, а ты уверен, что хочешь реально ехать на аэропорт? Да, ты я хочу. Знаешь, насколько это опасно? А там же торговец есть, рядом с ним сейф-зона. А, ну да. Ну пошли все-таки трейд-зону заглянем. С таким интересным сначала. Так едем. Да, конечно, Винчестер. Я думал то, что он будет немного потише, он оказался вообще реально таким шумным. Не то, что шумным, просто зомби его слышат, а так там реально тихий для людей. Так, а где именно продавец? А там не продается, там чисто такой лагерь укрытый, скорее всего, да? И там... Я, честно, хз. Сейчас. Я вообще ни разу не торговал, сам вообще ничего не знаю. Окей. Там должно быть вроде несколько торговцов в одном месте. Кстати, там... тут канистра есть, надо бы заполниться. Заполниться? Ты это видишь? Ты видишь тоже, что я, надеюсь, он открытый. Если он реально открытый, я просто, я не знаю. Пойду, просто повешусь. СССР.
Лазь. Я уверен, что он закрытый. Я уверен, что у него даже... Да, он закрытый. Даже смотреть нельзя. Да, чеслак. Блин, я уже реально, не знаю, может сказать, обрадовался. Ну, хотя, с другой стороны, мне неохота кидать Хаммера. Угу. Мне Хаммер нравится. А ты забыл то, что этот... Да, он тащит, тащит. Может перетаскивать. Да, зацепляет и просто может за собой... Подожди, что за... Подожди. Мне кажется, здесь торговец. Да, вон торговец с машинами. Так, все, выходи. Садись за руль, слышишь? Зачем? Чтоб машину не угнали. На... Сейчас я пока посторожи, хочу посмотреть, что он там. Просто реально интересно, пока посторожи. Он не активен некоторое время, но потом, блин, он спит. Я серьезно говорю, у него закрытые глаза. А вот все, трейд меню. Да, можно купить. Так. А даже можно продать машину, ничего себе. Ну-ка, дай пострю, братан. Залазь таху. Так, таху. Ладно. Так, движок не включать, будем беречь бензин. Да-да-да. А чё он это, не осматривается? Да, там посмотри, постой немного там, потом будет трейдер меню. Чё-то я не могу. Да, постой немного там. Там можем. Нужно будет. Так. Что-то я не. Блин, слухай. Я стою до сих пор. Ой! Я случайно. Слухай, не могу я. Олень. Ну-ка давай. А на стол надо водиться или на пацика? Я на пацика. На пацика, прям наводись. Там будет трейдер меню. Слухай, вообще что-то не могу. Чё гонишь, что ли, ты? Ну-ка давай. Можешь мне подойти, зомби, мне кажется, не угонят. Я вообще чисто по-быстрому. Так, get out. Подойду к этому чуваку. Так, вот трейдер меню. Это, может, байки, мотоциклы. Ну-ка отойди. Даже можно покупать машины, которые... Знаешь, такие заправочные. Понял. Которые там горючие перевозят. Дай попробую. Да, быстрей. Еще раз. А, кстати, зомби здесь неактивные. Угу. Ну, это хорошо. Да, это отлично. А сколько стоит, кстати? Так, еще я машину оставил на пару секунд. Все, я могу. Все, лучше сиди в машине. В машине сидеть? Ладно, я просто отошел там. Я не зря ушел. Почему? Я нашел дробовик. Ага. Ремингтон. Красавчик. Так, посиди пока за машиной. Чисто по-быстрому. Просто вот. 5 секунд. А сколько, интересно, стоят эти вещи крутые? Там колду, там брифкейс. Кстати, у меня был один брифкейс, тебе рассказывал. А сел это продать, да? Сел, да. А я не могу эту продать, да, тачку? Ну, у тебя нет от нее ключей, ты не можешь ее продать, соответственно. Жаль. Кстати, мы можем делать костер. Слышь, okay. Костер, давай погнали. Я уже, короче, в тачке сижу. И... Так, тут, кстати, есть, знаешь что? Чё? Как называется? Канистра. Брать? Бери. Она, кстати, полная, можешь ее заправить? Бери. Но, кстати, не надо тратить все канистры, потому что там вдруг будет какие-то обстоятельства, когда эта канистра нужна будет просто... Нужна. Так, все, беру. Давай, иди уже в тачку, я тебя жду. Так, все, беру. Все, я взял, все, бегу. Так, подожди. Подожди еще немножечко. Надо кое-что проверить. Эти гаражи не открываются, еще кое-что. Трейдер меню. А, вот, смотри, тут еще можно. Тут можно еще обменивать валюту. Допустим, у тебя есть
несколько серебра ты можешь поменять это на золото. А вещи это продавать как? Продавать? Кто знает. Надо будет почитать как-нибудь. Допустим, чтобы купить, нифига себе, какую-то херенную, не знаю, фуру, нужно 6 голд. Норм. Так. Давай садись. Я чуть-чуть, я вообще... А нахрена, братан, там, в принципе, все посмотрели, что тебе интересно-то, ты ничего купить не можешь, будут деньги, так поедем купим. А милитари, хочу посмотреть. Вот. Еще раз. За 2 года можно продать машину. Да? Норм. Погнали, знаешь, что я предлагаю? Найдем какого-нибудь торговца оружием. О, там еще машинка назад. Вижу. Скорее всего, закрытая. Вот 100% закрытая. Нет. Да, ну такая-то, да, наверное. Так, все, я прыгиваю. Меня только не задави. Да, лагт. Все как обычно. Залазь. Я хочу на аэропорт, братан. Да, я понимаю твое стремление, но... Ну погнали, реально. Просрать машинку вот эту вот очень да, будет жалко. Мы ее сохраним из ДЗ, это война за жизнь. Но машина-то не каждый день встречается, особенно такая. Так не кажется, сбился с дороги. Я метку поставил. Там же, кстати, тоже торговец. На этом. На аэропорте. Ну да, там он только торгует. Авиацией. Ты конец уже взял, да? Да, только выложить забыл. Ну пофиг, пусть у тебя будет. Не хочешь, кстати, костер там развести, посидеть, мяско пожарить? А давай сейчас на аэропорт сгоняем как раз. В принципе, что, 10 минут? Хватит. Так а ты уверен, что мы выживем? Ну да, я в принципе думаю, что можешь. Потому что что там? Что там? Ой, там, наверное, большие парни с большими пухами. С вертухами там, не знаю. Какие пацаки, какие пухи, я тебя умоляю. Мы сами, кстати, нормальные такие. Ну у меня винчестер. А, нет, у меня же дробовик, точно. В принципе, убьют, так убьют, что. Ну, так-то да. Но постараемся тихонько проехать. Так, я что-то слышал. Не забей. Просто по нам, наверное, могут стрелять. Думаешь? Я даже вроде уже слышу выстрелы. Или кажется. Тенра, кажется, я ничего не слышу. Ну да. Там все партнеры ищут. Тихо. Что? А это задание видишь? А, да, блин, только на пуху посерьезнее мне, чтобы как-нибудь тебе помочь в здании. Ты поставил метку? К это ехать, к заданию? Вот я не знаю, там по-любому сбегутся реально нормальные парни. Мне хочется к заданию, братан. А мне тоже хочется узнать, что там, да как? О, погнали быстрее. Там вертолет высадили, ты слышал, да, прочитал? Да, вертолет там был. Охренеть, но... 9000 километров. Да, ну 10 нафиг. Тысяч километров до туда. Че, поедем или что? Я не знаю, вот. А, знаешь, у меня такая идея, пока они все поедут на здание, мы проверим аэропорт. Давай проверим аэропорт, быстренько. Кстати, там заправка есть. Да, справимся. Я уже вижу заправку на GPS-ке. Нужно заправиться. Надо еще будут канистры наполнить. Хочешь легко узнать, есть кто-нибудь рядом или нет? Зомби, если резнуты, значит есть. Да, это уже старый этот. Автозаправка, смотри. Да, я знаю. Все. Стоп. Надо заправить канистры. Заправляемся. Так, отойди от машины. Сейчас отойду, все, отхожу. А лучше, да, так, тихо. Нужно
Нужна сила, я не понял, что там needs power. Так, стреляем. Жиган, ты прям передо мной встал, хотя стрелять. С двух патронов не дохнет. Ты что за терминатор? С трех сдох. Так, давай пока разбирайся с этой. Может, у тебя просто места нету? Переполнен, поэтому типа нужна сила, пишет. Как? О, прям подо мной стоит. А в машину выложи некоторые вещи. У меня же дробовик, точно. Ну и все, и нет патронов. Несколько зомбаков кил. Ой! У нас пухой стоишь. А, так у меня же есть М1911, что я туплю. Очень много. Видишь, каблоки какие-то. Так я пока постреляю что-нибудь. Окей. Только тише, тише. Ну как тише, не могу. М1911 как бы кольт. Так, я, кажется, ничего не понимаю, почему у меня не заправляет. Это, скорее всего, не из-за места, а все, я все наполняю. Фил. Все. Нажал просто подойти вот к этой канистре. Точнее, это не канистра, какая-то цистерна. Тихо. Так, тебя там бьет кто-то. Помочь? Все нормально. Так. Гир. Выкладываем. Отлично. Я, кстати, выложу еще стройматериалы сюда, да? Окей, давай. А ты все пролутал? Да. И там вот тоже. Это нет, просто мне кажется, надо поскорее дислокацию менять. Ну да, постреляли, надо убегать. Это да. Это вдруг еще кто-нибудь. Сейчас тоже это. Пробежит. А, кстати, проблема то, что у меня дробовик, он не очень, вообще не очень сильный, но зато он с фонариком и на него нет патронов. А, кстати, можно проверить вот это вот справа стройку. Будем? Ну, давай. Давай я проверю быстро, а ты это... Безопасная зона? А, все равно, сторожи. Давай, давай я лучше проверю. У меня же камера, не тупи. Камера? Да, ну, я в смысле записываю, то есть я же не буду в машине сидеть. Ну, да. Если не видишь, короче, патроны на меня, говори, кричи, я прибегу. Это да. Само собой. Камерочек прикольный. О, зомби. Что пока выйдут зомби, капец. Там, ты представляешь, там еще пожарка. Это, короче, мы прибыли уже в этот. О, слушай, это тут лутать и лутать. Слушай, столько уже мест нашел. Но за машиной следить надо. Залутаем. Ну да, за машиной надо последить, а то... Как, ну, раз, тебя вижу. Считай, как раз тут сейф-зона, так что огонь по тебе никто не откроет. Если кто-то сядет, просто отъедем. Один выйдет из машины и простреляет нахрен. Слушай, я пошел проверю пожарку, хорошо? Ты уверен? Конечно, это сейф-зона. Все можно. А если подойдут и сядут в машину, мы же расстрелять не сможем. В этот момент. Ну я, знаешь, как сделаю? Я типа оглянусь. Типа, если никого нет, то я пойду лутать быстро. Вот вообще вот, энжинов, оглядываюсь. И у меня есть минута, чтобы залутать. Минута. Давай, минута пошла. Я уже нашел СВД. СВД? СВД. Ты красавчик. Без патронов. Ах. Это вообще бесика такая фигня. Она СВД, патроны СВД. Скорее всего. Патроны ДМР. Два обезболивающих. Погоди, ты к машине бежишь? Нет. А кто? Слушай. Стоп! Кто в машину сел? Все, угнали? Эжикан, ты. Залазь. Подожди, не залутал. Слушай, это вообще не смешно так-то было. Так, я серьезно говорю. Мне смешно. Стоп, это... Ой, это было, стоило сюда зайти. Чё там?
Сейчас увидишь. Это, наверное, очень круто. Это пулемет. Отлично. Пулемет. Одна обойма, 100 патронов. У меня 200 патронов. Красавчик. Это МГ-32. Ка, выходи, хвастайся. О, с коллиматорным прицелом. Все, что нужно для жизни. Так. Ну-ка, где он? А, во, видел. Короче, погнали, отъедем, полутаем. Я тебе покажу. Так, справа будем лутать, да? Надеюсь. Тут, кстати, сейф-зона кончается. Да? Да, уху. Да, вижу. Все, возможно, кто-нибудь скимперит здесь. Давай быстрее, зомби идут, они машину могут мочить. Да? Ну вся, сейчас, проверь, тут, по сути, вообще ничего нет. Это, может, чей-то дом строится? Ага. В сейф-зоне нельзя же. Так это за сейф-зоной ведь. Не знаю, я когда зашел в этот дом, я написал то, что типа вы уходите в безопасную зону. Да? Да. Значит, нет. Короче, ладно, все, иду к тебе. Давай, давай. Somebody's got to